Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch. Сегодня я хочу вас познакомить с творчеством разработчика Романа Павлова, а именно с его циферблатом «Пилот». И сейчас вы видите, как выглядит на этом циферблате режим AOT или экран всегда. Ну а вот так вот шикарненько выглядит этот циферблат, как говорится-то, воочию. Достаточно отличненько. Смотрите, также, как вы видите, у него есть вот эффект, как сказать, лучей, да, как на настоящем циферблате. Это связано с G-сенсором, да. Что мы, значит, здесь с вами имеем? Во-первых, мы имеем 8 таб-зон, о которых я поговорю чуть позже. Далее мы с вами имеем количество пройденных шагов до цели, настроенной в Samsung здоровья, а именно в данном случае в процентном соотношении. Здесь мы с вами видим аналоговое время с римскими цифрами, стрелочки шикарненькие такие, секундные. Особенно мне нравится с двумя красными концами. Что еще здесь есть? У нас есть здесь день недели, ну и число месяца, естественно. Здесь мы с вами видим заряд батареи. Тут мы с вами видим цифровое время, которое может быть как 12-часовым, так и 24-часовым, в зависимости от настроек на вашем смартфоне. Здесь же указано вечер, либо день, если вдруг у вас настроен 12-часовой режим цифрового циферблата. Первые две таб-зоны, которые здесь есть, они вот здесь прописаны. Это телефон и мюзик. Двойное нажатие по этим надписям выводит именно то, что здесь написано. Давайте я вам это продемонстрирую. Нажимаю дважды, открывается телефонная книга. Нажимаю по второму месту, открывается музыкальный плеер. Еще две таб-зоны с двойным нажатием. Здесь находится одна вот на этом цифровом циферблате, а вторая на дате или на любом месте свободного экрана, фона, вернее, этого экранчика. Что значит он делает? А меняет цвета. Если вы будете два раза тапать по маленькому цифровому экрану, он будет менять свой цвет. И этих цветов 20 штучек, дорогие друзья. Всем вам показывать их не буду. Основного фона циферблата есть 15 фонов. Поэтому, я думаю, каждый из вас найдет именно то, что ему нужно. И еще 4 таб-зоны, которые здесь есть и срабатывают на одно нажатие. Это вот, они отмечены, как вы видите, здесь точечками. Первая таб-зона, вторая таб-зона, третья таб-зона и четвертая. Их вы уже можете настроить по своему усмотрению. Первое нажатие открывает просто меню приложений, где вы можете выбрать то, что вам нужно, и настроить выбор этого приложения. Все, второй раз нажали. Пожалуйста. Для того, чтобы сделать другой выбор, просто по этой же области нажимаете дважды. Опять вызвав тем самым меню приложений и выбрав новое приложение опять. Все, выбрали будильничек. Опять один тап и вышел ваш будильничек. Вот такой, дорогие друзья, шикарный циферблат. Доступен будет ссылочка в описании видео. Там будет генератор купонов. Также телеграм-канал данного разработчика, где он выкладывает частенько свои циферблаты, свои работы с купонами. Поэтому подписывайтесь на него. Также там вы найдете ссылочки на чат-канал Galaxy Watch, где вы сможете задать любой вопрос и получить быстро ответ на этот вопрос. Также там есть купоны других разработчиков на циферблаты, а также и на приложения. Ну и, естественно, все видосики, все там, дорогие друзья, все там. Там есть вся вас интересующая или могущая вас интересовать информация. Вам же, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.